Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. И мы это мгновенно ощутим на себе и на членах своей семьи. Только в условиях демократической системы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы мы их ни называли, КГБ, МВД, НКВД, как угодно, когда они знают, что завтра либо через год может произойти смена политического руководства в стране, в регионе или в городе, с них спросят, а как вы выполняли законы той страны, в которой вы живете?